Здравствуйте, мои дорогие! Приветствую всех на канале. Сегодня мы идем смотреть замок Августусбург, ну или дворец его называют. Вот он, вы видите его издалека. Мы еще не зашли на территорию парка. Вот такой подход от железнодорожной станции. Прямо идут вот такие вот дорожки живописные к этому замку. Мы находимся еще за пределами парка и замка. Вот подходим к воротам. Все окружено водой, как и положено, как и обычно здесь бывает. Посмотрите. И сейчас вы увидите дорожку, прямо идущую, вот она, от железнодорожной станции прямо к воротам этого замка Брюль, как его называют тоже. Погода выдалась хорошая, было облачно и не было такой изнурительной жары, как в последние дни у нас в Германии стоит. Вся эта территория находится за Кёльном, если ехать со стороны Эссена, с нашей стороны. Вот так он прекрасно выглядит. И мы с вами сходим на экскурсию. Просто так гулять по замку запрещено. Поэтому ты можешь туда войти только в группе с экскурсией. Экскурсия длится примерно 1 час, причем вы побываете только на конкретной территории замка. Вы видите, что он большой, но там не везде водят экскурсии, либо есть еще какая-то дополнительная по всему замку. Но я думаю, она тогда продлится 4 часа, не меньше. Даже с таким маленьким рюкзаком, как у Рони, нас не пустили. Его надо сдавать в камеры хранения. С маленькими сумочками вас впустят. Там, конечно, можно купить какие-то сувениры, открытки внутри, сделать фотографии. Можно было только в 3 местах, тогда, когда экскурсовод вам разрешит фотографировать. Видео делать не разрешили. Так что мы смотрим на замок снаружи. И сейчас, пока мы ждем экскурсию, мы прогуляемся по саду. Посмотрите, какая красота. Не люблю рассказывать какие-то исторические факты о разных местах и архитектурных памятниках, поэтому я оставлю ссылку под видео, вы можете сами найти информацию об этом замке, прочитать или там какая-то информация об экскурсиях, и возможно вы проедетесь тоже и посмотрите воочию на вот эту красоту. Рядом есть еще замки и парки, так что если вы туда поедете, можете запланировать, например, пару дней, чтобы походить, потому что в один день вы не сможете везде успеть и в расслабленном состоянии насладиться вот этой красотой. Thank you.
Я очень люблю такие пространства. Там, конечно же, было еще много мест, куда мы могли бы пройтись, но нам уже надо идти на экскурсию. Время подходит, так что мы идем к замку. И так как внутри снимать было нельзя, я выставлю вам фотографии в тех местах, в которых нам разрешили снимать. Так что без комментариев посмотрите на внутреннее убранство. Очень такое детализированное, очень-очень много деталей. Специально заказывали художнику, чтобы он сделал такую вот эту парадную лестницу так, чтобы был, как сейчас говорят, вау-эффект у всех, кто приходит в этот дворец. Thank you.
Закончилась экскурсия, мы вышли на улицу. Напишите в комментариях, понравилось ли вам увиденное, конечно, по фотографиям. Вот справа вы видите туристов, и мы выезжаем из города Брюль к себе и зайдем пообедать в любимый ресторан на Бальденезее, греческий. Все очень вкусно, нас угостили 3 раза узо. В общем, мы вышли на веселе и поехали домой довольные и планируем уже следующую поездку. Всем пока, до новых встреч!